В этом году исполняется 100 лет Славянскому району и 65 лет городскому дому культуры. Концертом народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр» был открыт цикл сольных программ артистов и выступлений творческих коллективов, посвященных знаменательным датам. Программа концерта «Духового оркестра» не случайно называется «65 лет вместе». Когда в 1959 году был открыт Славянский городской дом культуры, на его базе стал работать самодеятельный коллектив «Духовой оркестр», уже образованный ранее. Оркестр является продолжателем старинных традиций духовой музыки, постоянным участником районных и краевых мероприятий, фестивалей и смотров конкурсов. В репертуаре «Духового оркестра» произведения самых разных жанров. Народный духовой оркестр городского дома культуры является одним из старейших коллективов нашего дома культуры. Скорее всего, один, единственный, которому, так же как и дому культуры, исполнилось 65 лет. Нам выпала большая честь открыть этот цикл концертов, который посвящен столетию нашего Славянского района. И сегодня мы приготовили очень обширную, хорошую программу. В ней есть марши, вальсы, фокстроты. Песни сегодня будет исполнять солистка наша Анна Курская. Танцевальные номера тоже будет «Веселый кадриль» исполнять коллектив наш «Ритм планеты» нашего Дома культуры. В общем, программа интересная, насыщенная. Я думаю, что зрителю понравится. Наши зрители любят музыку и уже успели соскучиться по таким хорошим концертам. И они пришли сюда с прекрасным настроением в предвкушении настоящего праздника. Аплодисментами поддержали они выступление хорошо известного им оркестра. Хорошая песня, как говорится, строить и жить помогает, а также она помогает отойти от житейских забот и просто отдохнуть. Если вы нахмурились, выйдите на стол. Если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как стоит знакомый, с вами вовсе не знакомый встречный прием. И у меня, без сомнения, вдруг коснется ваш. Открытие юбилейного цикла концертов прошло успешно. Музыкантам пожелали новых творческих достижений. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».